Ой-ой-ой, чуть я не умер, алло. У меня уже жизни мало. Так, он тоже получает, смотри. Есть. А сейчас я его убью. Так. Есть, убил. Да, моя мортирка его убила. Я, может быть, не сильно удачное место, конечно, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием Brawl Stars. Играем. Я играю сейчас Спока, но потом я поменяю персонажа, героя. Ага. Сейчас играем, сейчас посмотрим. Так, на меня бежит этот дурачок Булл. А, и меня убили, прикинь. Вообще, за что, почему? Последим за Розой, как она будет себя вести. А кто меня убил? А меня убила Роза все-таки. Опа, и Розу убивает Булл. А, слушай, может, меня Булл убила? Фига, молодец какой. Гром написано, да? Да. Дорогой друг, поставь, пожалуйста, лайк под видео. И напиши комментарий, если ты это сделал, если ты подписан на меня. Если ты еще не подписан на меня, то, пожалуйста, подпишись. Смотри, Булл убил его, молодец, пошел дальше, играет. Давай сделаем так. Ты подписываешься, пишешь лайк, пишешь комментарий, и я тебе в следующем ролике передаю тебе привет. Договорились? Вот, давай, договорились. И сегодня я еще хотел бы поиграть с Такой. С Такой Плей. Посмотрим, выиграет ли Булл или нет. Давайте посмотрим. Смотри, как стреляет. Он выжидательный у него, смотри, такая тактика. Он хитрый. Хитрюша. Ну, в принципе, так же, как и я поступает. Вот, видишь, убил, банку забрал. Так, и побежал убегать. И убил его все-таки, смотри, молодец. Так, ну у нас пока минус 2 кубка, ничего страшного. Я меняю бойца. А бойца я меняю, знаешь, на какого? Пенни. Возьму Пенни. Да, возьму Пенни. Вот такая вот у нас Пенька. Играем за Пеньку. Ой, Пенька тоже прикольный боец. Я сейчас тебе покажу, как он что делает. Что делает Пенька. Пенька, я буду называть Пенька. Смотри. Вот такая она. Вот, смотри, видишь, отлетит. А я его сейчас убью спокойно. На, еще один удар. Смотри. Опа! Получил. Джеки. Ну, она что там у нее? Есть жизнь у нее нету. Сейчас мы ее отомстим. Вот. Два удара, еще один, и все. И все, я убил ее. Она была не права, когда на меня пыталась идти против меня. Ой, нет. Сейчас я ее убью. О, я ее убил, отлично. И у нас пошло столкновение, ребята. У нас есть здесь мортирка стоит. Я буду возле мортирки стоять. Ага. Так, а где же у нас бандит? Бандит наш. Сейчас мы посмотрим. Может, он здесь прячется? Сейчас посмотрим. Нет, здесь его нету. Ладно. Так, сейчас сюда куда-нибудь стрельнем. Может, он увидит меня, нет? А где он вообще ходит? Знаешь, он может где-то прятаться, сидеть, стоять. Надо нам его найти. Желательно. Где он? Где этот бандит? Что-то я его не вижу. Ага. Так, здесь его точно нету, ладно. Так, тихо-тихо, так, прыгать нам не надо. Никуда. Слушай, что-то я не вижу его. Ой-ой-ой-ой-ой, прям в мою мортиру сейчас. Да. А, вот он, ты чё, гад, а? Ой-ой-ой, чуть я не умер, алё. У меня уже жизни мало. Так, он тоже получает, смотри. Есть. Да сейчас я его убью. Так. Есть, убил. Да, моя мортирка его убила. Я, может быть, не сильно удачное место, конечно, мортирку поставил. Ну да ладно. Так, жетоны мне дадут? Так, давайте мне жетоны. О, спасибо. Новый ранг дают 10 жетонов. Когда у тебя новый ранг, тебе всегда дадут жетоны. Понятно? Я этого не знал. Так, где я? Так, давайте посмотрим. Давай его немножечко раним. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо! Прикинь, я его чуть не убил, а он меня убил. А почему он мою банку не забрал, а? Мини-прайм называется игрок. Давайте последим за ним. Какой он... Смотри, а этот бравлер интересный. Смотри, какая у него стрелялка прикольная. Слушай, я не знаю, там столько много банок, он их не собирает почему-то. А, да он, слушай, и без этих банок всех уничтожил. Ничего себе. А, так, давай играем снова.
немножко у меня кубков забрали, к сожалению. Ну, ничего страшного, и сейчас я отыграюсь. Отыграю спокойно. Так, у нас бойцы, бойцы стоят. Так, мы немножечко сюда отходим. А давай посмотрим, что у нас в конце карты здесь. Мне всегда было интересно. А, здесь ничего такого нету. Понятно. Я думал, что у нас есть такое интересное. Ладненько. А, давайте пойдем воевать. Кого-нибудь мочить. Сейчас посмотрим. Так, у нас 4 бойца осталось. Это очень плохо. С одной стороны, хорошо, но посмотрим. О, да. Все, я ее убил и забрал эту штучку. А теперь я иду на Була. Бул же там, да? Да, видишь, у него жизни мало. О, тихо. Ё-моё, он забрал эту штуку. Нет, надо аккуратненько. Есть. Так, мортирку сюда ставим посерединке. Его сейчас будем мочить. О, убили. Все, нормалек. Так, и все, мы отыграли свои потерянные кубки. Замечательно, играем снова. Плохо, что жетонов больше нету, ну да ладно. Наверное, так разработчики специально сделали, чтобы всем не давать этих жетонов. Так, давай Дэрила попробуем. Ну, Дэрил, блин, интересный боец, конечно. Сейчас попробуем его зафигачить. Да. Да ё-моё, стреляю. Эй, тихо, отстань. Убежал все-таки, да? Поражение, ё-моё, у меня сейчас опять минус кубков будет. Но ничего страшного. Сейчас последим за этим Дэрилом, вдруг он первое место займет. А, там, смотри, два Дэрила, главное этого, за этим следить. Так, розочка бежит, но... О, она увеличилась, смотри. Опа, и уничтожила этого Дэрила, спокойненько. Пошла Роза дальше. О, а здесь есть Барли. Прикольно. Смотри, как он решил перепрыгнуть всех. И спрятаться. Ох, нифига, бедолашка, да этот Барли, его убьют. Да, это было... Это было несложно предсказать, что убьют Барли. Да. А тут кто выиграет, интересно. О, бочка, смотри, убегает. Бочка боится. Да стой ты на месте, да я делаю в окружную, бегаю, да и все. Делов-то, надо думать головой-то, ё-моё. Кто тут против кого играет? Алло, а, розочка против розочки. Так, ну конечно же, новая роза. А фиг его знает. Прикинь, они как дрались, интересно. Роза против розы. Так, все, давайте играем дальше с Пенни. Давай, Пенни. Пенни, это название, переводится как монетка. Пенс, да? Пенни. В Англии или... Где, в Англии, да? Да, в Англии. Потому что в Америке центы. А мы сейчас подождем. Вот этого сейчас убьем. Опа, есть! Так, главное мне забрать банку и уйти оттуда. О, видишь? А Кольт какой хитрюша. Кольт хитрюша капитальный. Знаешь, в чем хитрость? О, нифига банок сколько здесь. Ох, нифига, тут еще банок. Банок куча. Так, я забираю банку и сматываюсь отсюда. Так, у нас пока супра... Супры пока нету, к сожалению. Так, Брок бегает, дурачок. Против меня решил. А-а-а! Спрятался Брок, смотри. Да, Брок дурачок. Так, мортирку ставим посерединке. Все. И стоим здесь. Тихо. На, получай. Ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Мортирка у меня-то, в принципе, слабенькая. Ну да ладно. Так, тихо, бойцы. Бойцы Бравл Старса. Аккуратно себя ведем. Нормально. Так, я сейчас в этого стрельну. Есть. И ставлю мортирку свою. Ой-ой-ой-ой, тихо. Да ё-моё, этот достал меня Брок, вонючка. Я его сейчас убью нафиг. Наверное, может, не буду пока убивать. Тихо, он знает, где я стою. Так, ладно, знаешь, что сделаем? Ой-ой-ой, дурачки какие. Пускай воюют, я пока побегаю рядышком. А может, этого сейчас щелкну? Есть. Столкновение эти, ребята, столкновение. Есть, убил. Убил этого Брока вонючку. Гада. Бегал тут на меня. Прыгал что-то на меня, да? Ух ты, новый уровень у меня, видимо, 20. Четко 20. А, опа, 25-й, нифига себе. Тут ранг. На ранг не надо смотреть, тут нужно на опыт смотреть. Поднялся опыт. Награда за место у меня 15 опыта дали. Вон оно что как. Давай играем снова. 20 жетончиков я получил. Будет больше бочек, ребята, и мы потом обязательно бочки с вами разыграем. Да.
А ты ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. Я тебе передам в следующем ролике привет. Если хочешь. Так, Динамайк бегает. На, получай, Динамайк. Все, он убежал. Ой-ой-ой-ой-ой, тут... Да, вонючий Динамайк. Смотри, что он творит, а. Что он творит все-таки, а? Он, видимо, решил на меня охотиться. Ладненько, сейчас я прыгну. Куда я там прыгнул? Он розочкой бегает. Вонючка. О нет, о нет, о нет. Мортирка моя. Поможет вам немножечко охладиться. Ой, куда я пошел? Так, я иду до мортирки. А, убила меня роза вонючка. Давай, Динамайк, уничтожь эту розу вонючую. Хотя ты тоже на меня... Крошки крошил. Батоном крошил на меня. О, так, молодец, Роза. Убила этого Динамайка. Хотя, ребята, у меня Динамайк тоже есть. Я могу тоже с Динамайком играть. Ну, вот, Эльпримчик. Уничтожил всех, молодец. У Таки, кстати, тоже Эльприма есть. Она его открыла недавно. Она его боялась всегда. А тут? Она его открыла и очень счастлива и довольна. Мы вместе с ней, конечно, обязательно поиграем. Давай. Ну, прямо сильные удары, слушай. Да, они у него... Чё только одну... Только одну, один кубок дали мне. Так, и я получил... Чего получил? Не знаю, что получил. 10 этих самых жетончиков. Да. О-о-о! Путь славы у меня подрастает. И чуть-чуть, вот 13 надо было мне сделать. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию, а я выберу другого бойца и сниму серию с другим бойцом. Ну что ж, подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь палец вверх. Я тебе передам привет в следующем ролике. Всем пока-пока!